9 августа поставили финальную точку похода по рекам Республики Мариэл воспитанники областного дворца творчества детей и молодежи. Финальным причалом стал берег Волги в районе поселка Лесная Быль. Поход проводился по Республике Мариэл в рамках профильных лагерей, проводимых областным дворцом творчества детей и молодежи города Ульяновска, Ульяновской области. Он проходил с 23 по 29 июля. Как я говорил, уже в Республике Мариэл у нас было 15 школьников, двое сопровождающих штатных работников Дворца творчества детей и молодежи. И также нас сопровождали, ну, так их, если можно назвать, волонтеры из числа родителей. Дети и взрослые сплавлялись на катамаранах и байдарках. Юшут и Лети, национальный парк Марии Чодра позади. Особым теплом путешественники вспоминают жителей поселков и городов, которые попадались им на пути, и сотрудников МЧС республики. Одиноко и страшно не было нигде. Главное впечатление – природа. В первую очередь, это, конечно, природа, которая всегда абсолютно разная, разные виды, которые всегда очень сильно завораживают. В этом году у нас попалась не особо глубокая река, были мели, были препятствия, которые приходилось не только переплывать, но и проходить. Старшеклассники не просто отдохнули, они получили заряд настоящего позитива и любви к своей бескрайней родине, к ее лесам, полям, лугам и рекам. Знакомство с обычаями и так называемой повседневной культурой других народов – все это делает родину ближе, понятнее и любимей. Родители и дети очень благодарны всем, кто помог им сделать это лето незабываемым. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости «Ульяновской правды».